Итак, привет, дружище. У меня на жестком диске осталось 13 гигов. Я надеюсь, хватит места записать это видео. И не хотелось бы, чтобы моя коллекция фильмов для взрослых каким-либо образом пострадала бы. Но я пока не знаю, что я буду делать в этом видосе до конца. Единственное, что вас попрошу, так как мы давно не виделись, так как это видео выходит очень поздно, просто, пожалуйста, поставьте лайк и, конечно же, наша традиция. Не забываем что-то взять и наложить покушать, пока смотрите сие чудовищное, скажем так, послание Ютуба. Я не знаю, короче, говноконтент пока мы смотрите, да? Покушайте, пожалуйста. Приятного аппетита, там чаечек заварите, все хорошо. Во-первых, давайте сразу все точки над «и» разложим, потому что я уже предполагаю, точнее, мне там всякие, ну, короче, не суть, чтобы не было никаких сплетен, еще недомолвок, чего-либо, вопросов лишних, да, а по поводу гильдии, кто-то уже заметил, кто-то нет, я ничего не говорил, ни в телеграм-канале, нигде, а я сейчас больше не нахожусь в хулиганах. Какая история? Вы прекрасно видите мою силу, и кто следит за стримами, вы видите, что я по факту, как бы, ну, не успеваю за гильдией, да, я не в таких больших количествах доначу, как раньше, хотя я даже и раньше в больших количествах ребятушки не донатил, и как бы поспеть за ребятами у меня особо сейчас нету возможности, да, потому что давно шел разговор, что если вдруг будет замена, то я не буду тянуть свою гильдию вниз, да, ради каких-то своих там выгод, соображений, еще что-либо. Я хочу, чтобы хулиганы развивались и дальше. Вот, тем более сейчас ситуация обострилась, монархи объединились с другой гильдией, там, скажем так, сила выросла, там конкуренция, все дела, и как бы мне ребята написали, что есть замена, и как бы я согласился выйти и просто вышел из гильдии. Так что тут нету никаких, да, тайн, там интриг и прочего. Вот. Плюс в одном моментике там с ребятами разошлись, так что как бы хулиганам пожелаю всего хорошего, развития, вот, жесткой борьбы и всего самого наилучшего. Почему не было так долго видосов? Ну, потому что я реально сидел, ребят, поймите, я не привык прыгать, бегать по гильдиям за все время, ну, если смотреть на мой основной аккаунт, грубо говоря, у меня было две гильдии. Это диктатура. Ну, точнее, не две гильдии, до диктатуры, пока я еще был новичком, пока я был печенькой, знаете, я там поменял несколько, может, две или три гильдии, да, когда у меня было там 5-10 тысяч силы, это было 6 лет назад. А потом, когда уже создалась диктатура, я там до последнего находился в диктатуре, мы дошли до топ-3, потом решили распустить гильдию, потому что, как бы, ну, просто уже там никуда толком не развивались, каких-то высот добились и уже просто реально тупо устали. Мы перешли в хулиганы, и по факту две гильдии, в которых я постоянно находился, это диктатура и хулиганы. Ну, бывало еще в диктаторы уходил основным аккаунтом, да, там про диктатуру, все диктаторы мы не говорим, там, может быть, куда-то я основу переводил на недельку, но как бы это не считается. Потому, так как я не привык сидеть, да, ну, прыгать, да, там, с одной гильдии в другую, я достаточно постоянный человек в плане коллектива, потому я даже посидел, подумал, как бы решил отдохнуть от битвы замков, посмотреть, типа, возвращаться в нее, не возвращаться, точнее, уходить из нее или не уходить. Ну, как бы посидел, вроде остаюсь, ребята, вроде бы я еще с вами. Вот, потом увидите, в какую гильдию я вступлю. Как бы есть пару гильдий, в которые я хотел бы вступить, но, к сожалению, могу вступить только в одну гильдию. Вот. И там буду находиться, пока меня или не кикнут, или я, как и с хулиганами с истории, да, я не смогу тянуть по силе, то есть успевать за ребятами, да, и будет какая-то более лучшая замена мне, или вдруг, может быть, там принципами какими-то разойдемся, неважно. То есть, ну, скорее всего, в следующей гильдии я буду находиться очень долго. А вот, так, по поводу этого я рассказал, вот, чтобы не было никаких сплетен и так далее, вот, да, то там вопросы сыпятся, а чё, да как, у тебя кикнули, ты сам ушел туда-сюда, как бы, ну, ребята, типа, я не хочу, чтобы из-за моей не столь активной игры, да, страдали хулиганы. Как бы ребята нашли замену, я как бы не стал сидеть, да, там, как это, курица на яйцах, да, и взял, вышел. Все. Вопрос на этом закрыт. Идем дальше. Что я хотел сделать?
Слушайте, а давайте, да, сделаем короткое видео, потому что я изначально, смотрите, я забрал все-таки вот этого вот говномеса, забрал этого говномеса, а вот он, да, но я думаю, что уже сегодня не будем прокачивать, потому что сейчас 9 вечера, ребята, и как бы давайте я сделаю короткое видео, чтобы мы все успели, да, там, вы посмотреть, я его смонтировать и опубликовать. Жду вас на стриме сегодня. Among Us. Как-то что-то как-то так игра называется. Бля, выглядит как говно. Но она хайпит. Все туда в нее зовут. Подписчики пишут. Давай, играй. Сегодня поиграю, может, с Дашкой, еще кем-нибудь. Может быть, вы поржете. Не знаю, зайдет мне эта игра или нет, но всех жду. Так, и про GTA 5 RP не забываем. Ссылочку в описании. Кто хочет со мной поиграть, пожалуйста, регистрируемся, заходим на первый сервер. Хотел я этого чудика вместе с вами сегодня прокачать, но не буду. Вот, потому что, как бы, елки-палки, времени мало. Но задавайте мы откроем эти 5 мешочков с Динамо. В надежде, что мы дособерем осколки Динамо. Ну, правда, на самом деле, у меня особо такой, конечно же, надежды нету. Но посмотрим, что из этого получится. Так, вот, смотри, какие там секачи всякие. Всякие чудики падают. Да, я еще, знаете, настолько давно не заходил на аккаунт. Я думал такой, блин, а мне там вообще ресурсы есть прокачать какого-либо там героя, да, для коллекции. Вот, но посмотрел, да, есть. Плюс у меня, видите, сундуки. Ну, правда, с этого сундука мы вообще... Ну, здесь, ну, 30 книжек упало. Единственная полезная вещь. Но здесь 300, 600. Воу, наконец-то. Прибавится у меня книг, а то совсем, у меня же там, когда там последние какие-то прокачки были, вообще жестко, у меня ресурсы закончились. Типа, да. Так, 5 первых мешков Динамо. Что у нас по акциям? Я, видишь, я хотел вот в этой херне участвовать, но так, грубо говоря, по сути, не участвовал. Трать с выгодой, да? У меня 6000 самоцветов, тут только... Тратить и тратить, ладно. Ну, просто абсолютно тупорылая херня. Даже вот на пельмени, типа, пойду-ка я на пельмени 10 тысяч потрачу, чтобы получить руну эволюцию. И разработчик вообще еба. Вот, ладно, я не буду продолжать. Дальше здесь, ага, ты 3000 самоцветов покупаешь, получаешь две карточки, как бы, ну, такое. Временная акция. Что тут, как бы, здесь тоже вообще... Дец просто. Просто дец. А вон у нас что есть. Еще 10 этих мешков Динамо. Еще, блин, я бы сейчас купил бы. Супер набор. 10 мешков Динамо. Ну, это какая вообще... Это сколько самоцветов? А, вот. Это как раз... как раз типа за 800 рублей. Я бы и пакет накопления забрал бы. Но пакет накопления херня. 10 мешков Динамо, эти рудименты, самоцветы. Не знаю, ладно. Давай, блин, я сейчас, короче, успеем еще. Успеем, ребята, еще задонатить. Давайте сейчас по-быстрому со всем этим разберемся. Так, ваши подарки, подожди, сколько у меня тут не хватает этого говна. Секачу, безумный вот жрица воды нужна была, пиздец. А я лох, я мог ее, вот даже, ну, просто эволюцию, да, сделать, грубо говоря. Я мог ее заполучить, но я не заполучил, да? Пакет накопления, подожди, где-то пакет накопления, тратить с выгодой, ежедневный бонус, да, то есть просто лошну 40 осколков, ладно, уговорили, давай, тут еще какая-то акция была. Маленькая помощь, да, и тут, грубо говоря, ты, если что-то покупаешь, можешь вот это забрать, да, что тут, ну, они, типа, самоцветы надо купить, ну, давай ради интереса, сейчас я возьму, куплю набор, нет, ну, этот я не буду, давай самый дешевый куплю, пакет накопления, трать с выгодой, какую-то дешевка есть у нас? Ну, как бы вообще, че вот сейчас смотрю, тут и дешевку-то особо нечего покупать. Вот это что? Вот это? Но это вообще ни о чем. М-м-м.
Нет, ладно, да. Ну да. Хотя, ладно, давай сейчас возьму это говно. Так, ух ты, ёпта. Меня аж перезагрузило игру. Ебать. Ага. Ага, так. Фонтан. Ой, фонтан желаний, господи. Иди сюда. Давай нам еще огнекрыло. А, нету. А, так, окей. Сразу тут что-то забираем, да? А, заходим сюда. Короче, долго я там не мог с паролем разобраться. Трать с выгодой. Маленькая помощь, давай. А, я не могу забрать. То есть тут надо все-таки... Да, правило. Какое тут надо? Купите 1400 самоцветов. А, да пошли вы все. Да пошли вы. Да пошли вы. Все, короче, плевать. Ладно, пошли. Сколько у меня осколков этого говна? Где Динамо? 167 осколков. Ну да, за 5 этих мешков я нихера не получу. Ну давай. Раз, два, три. 14. 14, слушай. 14, еще 13 осколков. Да, и казалось бы, радость, у тебя появляется Динамо, только проблема в том, что ты, как бы, ну и что, можешь, ну, обосраться и все. Ну, то есть, ну, появился у тебя Динамо и появился, а дальше-то что ты с ним будешь делать? Дальше-то что ты с ним будешь делать? Его надо эволюционировать, да, там, и вот эта вот вся херобора, как бы, и вот такая вот грусть, печаль, тоска. На этом все, я вам пожелаю огромнейшей удачи, большущее спасибо, что вы посмотрели это скучное видео. В следующем видосе прокачаем нашего коллекционного героя беспонтового. Вот, я даже на него никогда обзор не снимал, поржом. И еще пельмени ждите, короче. Всем спасибо, кто до конца досмотрел. Спасибо, что вы со мной, друзья, от души. Всем пока.